Когда я первый раз увидела Galaxy Note, он мне показался очень большим и неудобным. Я взяла у друга, поюзала, попробовала, вернее, подержать, и мне показался он слишком большим. И, в общем, я не захотела его. Но спустя какое-то время я пошла в магазин вот купить себе смартфон. Там уже детально начала смотреть, мне консультанты начали объяснять функции, и я решила его взять. И теперь не жалею. Почему? Потому что теперь все остальные телефоны кажутся мне очень маленькими и неудобными. И телефон... Во-первых, что хорошо, классно смотреть различные видео или фильмы, почти как телевизор. Вот. Потом хорошая функция, там можно рисовать. Просто я очень люблю какие-то там заметки делать, либо просто сидеть там, не знаю, нервы успокаивать. Очень хороший фотоаппарат и видеокамера. Я изначально думала покупать себе смартфон и еще отдельный фотоаппарат, но посмотрев, какой здесь фотоаппарат, я поняла, что мне фотоаппарат не нужен. Вот. Что не совсем, может быть, нравится, как бы вот внешне в дизайне он немножко толстый. То есть хотелось бы, чтобы он был больше такой, ну, потоньше, поизящней. А так, как бы... И, наверное, что хотелось бы еще, чтобы вот передняя камера была качеством лучше. Для меня Galaxy Note очень удобен, потому что я очень много времени провожу в интернете, и он мне практически заменяет ноутбук, то есть когда где-то в дороге, где-то что, очень удобно просматривать странички, потому что экран большой, как бы, и кучу всяких приложений можно туда скачать. Просто раньше у меня был маленький смартфон, экран маленький, все равно как-то все так мелко, все не видно, а здесь на большом экране почти планшет. То есть с таким телефоном, я считаю, даже планшет не нужен. Вот. Я считаю, вот именно для людей, которые, для таких мобильных людей, которым интернет нужен как воздух, которые все время в движении, этот телефон очень даже был бы кстати. Ну вот, скоро выходит Galaxy Note 2. Мне бы хотелось посмотреть, что это за смартфон. Ну, все говорят, что он будет круче, чем этот. Я не знаю, просто для меня этот смартфон, я его недавно себе приобрела, он и так очень такой крутой, навороченный, поэтому я даже не знаю, чего ожидать от второго. Ну вот, как я уже говорила, может быть, камера будет лучше передняя, которая, и, может быть, она будет просто по дизайну такая изящная. Вот.